أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما передает, что однажды в мечеть пророка саллиллаху алейхи ва алейхи ва саллям зашел один человек, которого звали Сулейк аль-Гатафани. Во время проведения хутбы, во время произнесения хутбы пророком саллиллаху алейхи ва саллям заходит человек, и этот человек, не совершив два раката тахият намаза, приветственного двухракатного намаза, этот человек сел. Факаль ассаллайта я фулян. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, обратился к нему и спрашивает, ты совершил ли молитву двух ракаатов, приветственную молитву в мечети? Каля ла. Он говорит, нет. Каля кум фарка. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, встань и соверши молитву. В этом хадисе идет указание на то, что человеку, который вошел в мечеть, желательно совершить два ракаата суннат намаза в качестве приветствия мечети. Если человек совершит отдельно с намерением два раката тахият, тахият – это приветствие мечети, то это является самым наилучшим. Но также можно вместо этих отдельных двух ракаатов с намерением на тахият, можно просто любой другой намаз совершить, добавить это намерение, допустим, ты хочешь совершить саляту духа, духа намаз, после восхода солнца ты заходишь в мечеть, совершаешь намаз с намерением на духа и добавляешь намерение также приветственного двухракатного намаза. Можно и так. Можно это намерение добавить к фарду намазу. Зашел, видишь, что имам совершает уже обязательный какой-либо намаз. Вступая в намаз, обязательный намаз, делаешь намерение, что также я намереваюсь совершить приветственный двухракатный, приветственный намаз, ты получаешь также вот это приветственное вознаграждение за приветственный намаз. Это является желательным. А вот касаемо хутба, если человек зашел в мечеть, и он видит, что хатиб будет продолжать свою хутбу, имам будет продолжать хутбу до окончания намаза, то ему желательно совершить два раката. И эти два раката нужно совершить быстро. Потому что в другом хадисе, который передает имам Муслим, говорится, когда кто-либо из вас заходит в мечеть, и вы видите, что имам читает хутбу, то совершите два раката приветственного намаза и совершите их быстро. Не нужно их удлинять, затягивать. Желательно во время хутбы по-быстрому их завершить. Но это желательно только лишь тем, кто зашел в мечеть. А те, кто уже сидят в мечети и видят, что хатиб начинает свою хутбу, им нельзя начинать суннат намаз. Человеку вспомнилось, что я упустил какой-то суннат намаз, или просто хочется два раката совершить, нельзя просто так встать и во время хутбы совершать суннат намазы. Только лишь человек, который заходит в мечеть, приветственный суннат намаз, вот это является требованием шариата. Также алимы говорят, что если хутба близится к концу, ты замечаешь, что имам уже дуа делает, вот должен скоро он закончить свою хутбу и вступит в джума намаз. Если ты предполагаешь, что ты не успеешь на такбиратул ихрам, на вступительный Аллаху Акбар джума намаза, то тебе не стоит вступать эти два раката приветственного намаза. Лучше зайти и стоять, пока имам не закончит, не спустится и не вступит в намаз. Потому что желательно вот этот Аллаху Акбар, желательно вместе с имамом его произнести. То есть после имама след за ним сразу же. И лучше не отвлекаться на суннат намаз в этом случае. نعم. следующий хадис. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Анас ибн Малик рассказывает, что при жизни пророка саллиллаху алейхи ва саллям однажды людей поразила сильная засуха. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي. И однажды в пятницу, когда пророк саллиллаху алейхи ва саллям произносил свою хутбу, поднялся один бедуин, факаля, и говорит, «Я Расуль Аллахи, халякаль маль». Он говорит, «Я Расуль Аллахи, наше имущество погибло, пропало».
Ваджаал ияль, наши дети голодают. Фадъу Аллаха ляна, обратись к Аллаху с мольбой за нас. Попроси Аллаха дождь. Фарафа ядайхи, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям возвёл свои руки к небу. Вама нара фи ссамаи казаатан. И Анас описывает, в это время, говорит, мы не видели в небе ни одного облака. Не было вообще облаков на небе. Фавалязи нафси биядихи. И он клянется Аллахом и говорит, ма вадаахума хатта сара ссахабу амсаля джибаль. Он говорит, не успел, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опустить свои руки, как, говорит, мы увидели, что на небе собрались и поднялись, говорит, облака подобные горам, тучи подобные горам собрались на небе. Сумма лям янзиль, и он не успел сойти с мимбара. Сумма лям янзиль ан мимбарихи, хатта раайту аль-матара ятахадару аля лихьятихи, саллаллаху алейхи ва саллям. И он, говорит, не успел сойти с мимбара, как мы увидели, что дождь покатился по его бороде. Вот прямо дождь начал идти, литься начал дождь очень сильно. И вы знаете, крыша мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не была такой, как у нас. Это были просто бревна, доски, которые они сверху покрыли листьями дерева растения изхир. И бывало часто, что когда шел дождь, этот дождь прямо в мечеть капал. И этот Анас ибн Малик описывает, что уже к окончанию хутба, говорит, полился очень сильный дождь, так что дождь стекал с бороды пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Фамутырна яумана залика». И дождь шел весь этот день. «Вамин аль-гади» и до завтра. «Вабаад аль-гади» и послезавтра. «Валлази ялихи» и в следующий день. «Хатта аль-джум'ати аль-ухра». До следующей пятницы целую неделю шел дождь. «Вакама залика аль-араби». И во время пятничного намаза, во время пятничной хутбы, тот же самый араби встал. «Аукаля гайру» или, может быть, другой, но встал араби опять во время хутба и говорит пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, «Факаля я Расуляллах, тахаддам альбина». Он говорит, «Я Расуляллах, наши дома разрушились, вагарикаль малю, наше имущество оказалось под водой, фадруллаха ляна, попроси Аллаха, говорит, чтобы он нас защитил от этого дождя». «Фарафа ядейхи факаль». И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, поднимает свои руки к небу и говорит, «Аллахумма хава алейна, валя алейна». «Я Аллах вокруг нас, но не на нас». Просит Аллаха, чтобы он отвел от них этот дождь, и чтобы он лился вокруг них, но не прямо на них. «Фама юширу биядихи иля нахиятин минас сахаб». И он говорит после этого, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, куда бы ни указывал своей рукой, куда бы ни указывал, тучи, иллян фараджат, эти тучи, куда он указывал, они расходились. «Васаратил мадинату мисляль джаубати». И Мадина на небе оказалась подобна дыре, вот над Мединой была подобна дыре, которая окружена со всех сторон тучами. И вот такое место, вот чистое место на небе открылось над Мединой, а все, что вокруг, было окружено тучами. «Васаля львади канату шахран». И львади канат, то есть долина канат, которая была в Медине, она говорит, там, говорит, протекала вода целый месяц. «Валям яджи ахадун мин нахьятин илля хаддаса бильджуд». И кто бы, говорит, не приходил с разных сторон, разных уголков, «илля хаддаса бильджуд», они рассказывали об этом сильнейшем дожде. Значит, такая вот интересная история случилась во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. В этом хадисе мы можем, конечно, увидеть, что как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что-то попросит, Аллах ему обязательно это даст. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, часто что-то просил, и Аллах ему это в этом же дуне давал. Но главная просьба, главная мольба пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, это то, что он уготовил своей умме и попросит Аллаха в самое нужное для нас время, это в судный день. Когда нужно будет помогать нам в это трудное время, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, попросит Аллаха и заступится за нас. Вот этот дуа он сохранил для нас. И этот дуа мы получим по причине этого дуа, иншаллах, помощь в судный день от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И в одном из хадисов говорится, Аллах говорит, каждому из пророков дал, говорит, один дуа, который Аллах непременно примет у них. И каждый из этих пророков использовал этот дуа при жизни. А я, говорит, этот дуа сохранил на ахират. И этот дуа, дуа, которым он попросит для своей уммы заступничества в судный день. Просим Аллаха, чтобы он одарил нас этим заступничеством.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته. Значит, Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анхума, это был один из тех сахабов, которые старались следить за каждым действием пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Абдуллах ибн Умар повторял за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, все, что он делал. Даже те места, где он ложился отдыхать, ибн Умар старался лечь в этом месте и отдохнуть. Где он привязывал своего верблюда, Абдуллах ибн Умар старался привязать верблюда. Хотя это не является само по себе поклонением, но он старался во всем походить на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот Абдуллах ибн Умар описывает, что «Кана юсалли кабля зухри ракатайни». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он каждый день не упускал и непременно до полуденного намаза совершал два раката дополнительного суннат намаза. «Вабаадаха ракатайни». И после этого обязательного полуденного намаза он совершал также два раката. «Вабаадал магриби». И после закатного намаза, магриб, «ракаатайни фи байтихи». Два раката он совершал у себя дома. Значит, это все совершалось не вне мечети, а дома, когда заходил к себе. Возможно, он узнавал это от своей сестры Хафсы, которая была женой пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он старался всех расспросить, узнавать все, что делает пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И ему передали, что он дома совершал эти два раката суннат намаза. Почему дома? Потому что самый наилучший суннат намаз – это тот, который был совершен дома. В мечети желательно совершать обязательные намазы. Обязательные намазы нужно с имамом в мечети совершать. А вот дополнительные суннат намазы, кроме некоторых, как таравих, дополнительные намазы, такие как духа, витр, и кроме тех намазов, которые джаматом совершаются, как намаз прощения дождя, как намаз во время затмения или праздничный намаз, все остальные намазы желательно совершать дома. Из числа этих намазов от ратибаты. وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. И после вечернего или ночного, скажем, намаза, последнего намаза, он совершал также два раката. وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفْ. И он не совершал после пятничного намаза суннат намазы, дополнительные намазы, пока он не возвращался к себе домой. فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. И два раката у себя дома совершал он в пятницу после пятничного намаза. А совершал ли он до пятничного намаза суннат намаза, алимы говорят, что это тоже является сунной, и на это указывает, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в одном из хадисов говорит, что нет ни одного обязательного намаза, кроме как до него желательно совершить два раката. То есть любой обязательный намаз, до него желательно совершить два раката суннат намаза. Хадис передает Ибн Хиббан. Значит, это указывает на то, что в пятницу также желательно два раката до пятничного намаза совершить. В общем, как получается? У нас пятница – это место обеденного, место полуденного намаза. В пятницу мы совершаем этот джумад намаз. И все, что было сунной для вот этого полуденного намаза, те же ракаты, которые до него и после него, это же будет сунной и для вот этого пятничного джумад намаза. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لما رجع من الأحزاب. ابن عمر рассказывает историю, что пророк صلى الله عليه وسلم после того, как мы вернулись сражения после битвы Аль-Ахзаб, битва Аль-Ахзаб, это когда полчища неверных Курайшитов, Хавазин и вместе с ними яхуды, которые предали мусульман и нарушили договора, которые у них были с мусульманами. Вот эти полчища все набросились на мусульман в Медине, окружили их. И Аллах защитил мусульман от этих всех врагов. И это сражение также известно как Газватуль-Хандак, Аль-Хандак, то есть ров, по причине того, что мусульмане выкопали большой ров в несколько километров, через который не могли перейти вот эти войска, потому что это был реально глубокий, там 3-4 метра глубиною, там 4-5 метров шириной ров был, через который нельзя было ни человеку перепрыгнуть, ни коню там перескочить. В общем, такой ров был. Мусульмане это все выкопали, этому их научил Сальман аль-Фариси. И это сражение называется Газвату аль-Хандак.
мы должны понимать, что Медина, что из себя представляет Медина. Медина, с одной стороны, она окружена горами. Джабаль-Ухуд, вот эта горная целая система, она окружает Медину. Через эту сторону подобраться к Медине трудно, не получается. Две другие стороны, восточная и западная сторона, также она окружена вулканическими камнями, это называется Аль-Харра или Лаба. Это высушенная, это сухая лава. Видимо, когда-то там был вулкан, и вот этот вулкан изверг из себя вот эту лаву, которая накрыла вот окраины Медины с обеих сторон. И это место, где расположились черные такие острые камни, через которые не пройти никому, ни пешим, ни верхом на животных. То есть войско с этих сторон тоже не может подобраться к Медине. И остается одна открытая сторона. И вот эта открытая сторона по рекомендации Сальмана аль-Фариси, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, вместе с сахабами, сам тоже участвовал, и они выкопали вот этот ров большой, который и защитил мусульман с помощью Аллаха. И осада длилась долго, довольно-таки долго длилась осада, и вот эти кафиры не смогли перескочить через этот ров, и в несколько стычек было, где мусульмане там убили этих неверных. В общем, на этом история закончилась, они вернулись, ничего не смогли сделать мусульманам. Аллах наслал на них очень сильный ветер, очень сильный холодный ветер, они испугались и ушли. В общем, в этом сражении, среди тех, кто участвовал в этом сражении против мусульман, те, кто помогал войскам язычников, были яхуды, которые жили в Медине. А мы знаем, как пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, переселился в Медину. Он в первую очередь велел построить мечеть и сразу решил договориться со всеми иудейскими племенами, которые были в Медине. Из числа этих иудеев были племя Бану Курайва. Бану Курайва – это люди, которые были союзниками племени Аус, которое жило в Медине. В Медине жило два племени – Аус и Хазрач. Вот Бану Курайва были союзниками племени Аус. И вот их бывшие союзники, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, с ними договорился жить в мире и согласии, как подобает соседям. Мусульмане их не трогают, их, им жить не мешают. Также эти иудеи не должны нарушать свои договора и должны защищать. Мусульмане их защищают. Также они не должны предавать мусульман. Они не должны быть против мусульман, вступать в заговор с кем-либо против мусульман. В общем, на этом договорились, но они многократно, эти иудеи, будь это Бану Курайза, Бану Надыр, Бану Кайнука, они многократно нарушали свои обещания, договора и вступали в заговор против мусульман. И часто очень сильно предавали. Также случилось вот в этом сражении при Газват Аль-Ахзаб. Они вступили в союз с этими неверными и выступили против мусульман. То есть люди, которые живут по соседству с мусульманами в Медине, внутри появляется враг, который может очень сильно навредить мусульманам. И этот враг уже, как эти полчища врагов ушли, те, кто пришел извне, мусульмане остались вместе с ними. И сейчас мусульмане понимают, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, понимает, что с этими дальше продолжать жить уже не получится. Несколько раз предают, и уже очевидно, что они не будут, не хотят жить в мире и согласии с мусульманами. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, что осаждает этих Бану Курайза. У них на окраине Медины была своя крепость. Около 25 дней мусульмане осаждают их крепость, и потом они решают сдаться мусульманами, и они будут согласны с тем решением, которое примет пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. И когда они сдались на условиях мусульман, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что я сам не буду выносить им своего решения, а решение, как поступить с ними, я оставляю на Саад ибн Муаза, который был предводителем племени Аус, которые в джахилии были их союзниками. И эти Бану Курайза, эти яхуды, очень сильно обрадовались, когда их вопрос дали решить Саад ибн Муаза. Они думают, что вот их союзник, и он, конечно, помилует их и всех простит. Но Саад ибн Муаз вынес решение, что всех мужчин, кто способен сражаться и кто является предателем, всех их казнить, а женщин и детей оставить живых. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, принял его решение. И там вот эта история тоже рассказывается. Вот этот Саад ибн Муаз, который решил их судьбу, он был в это время ранен, как раз таки во время сражения Аль-Ахзаб его ранили. И он ранен, его на носилках принесли, и все мусульмане сидят, ждут его. И когда он пришел, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал ансарам, мединским сахабам, встаньте, говорит, встретьте своего господина. Он был господином племени
Аль-Аус, и они встали в знак уважения и чтобы помочь ему. В общем, этот хадис алиму приводит в качестве далиля на то, что когда приходит человек уважаемый, человек, который обладает ильмом, обладает прекрасным нравом или является правителем мусульман, благочестивым правителем мусульман, желательно встать в знак уважения. В общем, алимы приводят в том числе и этот хадис на это. Но мы знаем, конечно, хоть и желательно встать в знак икрама, уважения тому человеку, но тот человек не должен желать этого. Если человек желает, чтобы люди стояли, а он садился, в знак уважения те стоят, не садятся, опущенные головы и так далее, это харам. Это харам. В одном из хадисов говорится, тот человек, который желает, чтобы он садился, а люди стояли рядом с ним, то этот человек, пусть он уготовит себе место в аду. В общем, желать этого себе харам. И практиковать это тоже харам. Но если такой человек пришел, в знак уважения встать можно. В общем, наша история связана с этим газватом Аль-Ахзаб. И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, после того, как мусульмане завершили то, что у них было с этими полчищами курайшитов, хавазин, которые ушли, в это время пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит сахабам, что нам нужно решить вопрос с этим племенем Бану Курайза. И обращаясь к мединским сахабам, говорит: «Ла юсаллиянна ахадуни л'асра илля фи бани Курайзата». Он говорит, пусть, говорит, каждый из вас совершает после полуденную молитву только у жилищ Бану Курайзата. Значит, прямое веление у него такое, что пусть каждый из вас старается совершить после полуденную молитву только лишь у жилищ Бану Курайзата. Значит, время Асра уже наступает, и он велит, чтобы они скакали туда. А туда скакать – это довольно-таки долго. И вот они помчались туда. «Фаадрака ба'дахум аль-Асру фит тарик». И некоторых из этих сахабов время Асра застало в пути. И вот когда их застало время в пути, а нужно же совершать молитву, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что имел в виду? Он хотел, чтобы они на самом деле пропустили Аср и там совершили, даже если они пропустят его, не успеют вовремя совершить. Или он хотел сказать, чтобы вы поскорее мчались туда и не отвлекались ни на что. И поэтому, «факала ба'ду», некоторые говорят, «ля нусалли хатта на'тияха». Они буквально приняли веление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали, «мы не будем совершать вот этот Аср, пока не придем туда». وقال بعضهم а некоторые сказали بل نصلي некоторые говорят мы будем совершать аср لم يريد منا ذلك он не это хотел сказать этими словами, то есть он хотел, чтобы мы поскорее помчались туда, но не хотел, чтобы мы пропускали обязательный намаз. Здесь как получается, есть общее веление от Аллаха, чтобы каждый человек вовремя совершал намаз. Это установка шариата, от которого нельзя отходить. Но только что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, им говорит, чтобы они непременно этот аср намаз совершили возле жилищ племени Бану Курайзата. И как это понять? Он хотел буквально, чтобы они пропустили аср. Как бывает часто в сражениях, человек не успевает совершить свой обязательный намаз, отвлекаясь на врага. Как было во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он пропустил аср намаз и после захода солнца его совершил. Вот он это хотел сказать, чтобы они пропускают намаз, но поскорее они должны прийти туда. Или он хотел сказать, чтобы они не отвлекались ни на что и старались как можно быстрее прийти в нужное место. И вот мнения сахабов разделились. «Фазуки разали калин наби, саллаллаху алейхи вассалям». И вот то, что некоторые совершили намаз вовремя, а другие не стали совершать, это все рассказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям. «Фалам юанниф вахидан минхум». И он не высказал порицание никому из них. И получается, этот шариатский текст, который может быть понят и так, и по-другому. То есть его можно понять по-разному. Каждая группа из сахаба йог так и поняла. Поняла по-разному этот текст, который может быть так понят. И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, не высказал порицания никому из них. И этот хадис в качестве далиля приводят наши алимы на то, что хиляф, разногласие между алимами, если этот хиляф строится на шариатских далилах, на далилах, которые принимаются шариатом, как Коран и хадис, у разных имамов, у разных мучтаидов, как в данном случае случилось среди сахабов, может быть разное понимание этих текстов. И каждый из них ссылается на один и тот же далиль, на один и тот же хадис. В таком случае нам этот хиляф нужно уважать.
И здесь не может быть, чтобы одна сторона считала другую сторону заблудшей, чтобы это критикует другую сторону. Те говорят, вы заблудились. Нет. Каждая из сторон старается постичь истину, и каждая из них получает вознаграждение за свой иджтихад. И поэтому вот эта мысль, которую некоторые предлагают, что нужно оставить четыре мазхаба и нужно объединиться на сунне, только лишь одно мнение должно быть, это неправильно. Во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, согласие пророка, мы видим, что был хиляф. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, этот хиляф дозволял и не порицал ни одну из сторон. И не только в этом хадисе, но и в других хадисах есть указание на то, что бывало, что сахабы высказывали разное мнение, и каждое мнение, которое основывалось на шариатском далиле, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, допускал. И мы видим, после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда сахабы разделились, и они расселены были в разных точках исламского мира, каждый из сахабов мог, исходя из тех знаний, которые у него есть, высказать какую-то фетву. Ибн Аббас где-то в Ираке говорит, что должно быть так и так. Ибн Умар в Медине говорит по-другому. И никогда не бывало такого, что этот считает того заблудшим. Тот говорит, ты отошел от сунны. Только лишь в тех случаях, когда кто-то явно противоречит хадису, ввиду того, что до него хадис не дошел. Тогда тот признавал свою ошибку. Но в иных случаях, когда хиляф возникал в силу того, что текст неоднозначный. Однозначные тексты, такие как, что пять намазов нужно совершить, времена намаза, вопросы акиды, убеждения и другие подобные вопросы, где не может быть разногласий. Здесь мы говорим вопросы, которые не могут, которые являются однозначными, здесь разногласия являются лишними. Здесь разногласия – это плохо. Но те вопросы, в которых может быть разногласие, которое может быть разное понимание шариатских текстов, это разногласие является для нас милостью Аллаха. Чтобы у каждого человека была возможность выбрать то мнение, которое является наиболее удобным для него. И это то, что практиковалось во время сахабов, радиаллаху анхум. И этот хиляф от них перешел к их ученикам и дошел до четырех имамов. И поэтому мнение четырех имамов, по сути, является пониманием сунны. Пониманием сунны от этих четырех мазхабов. И понимание сунны такими имамами, как имам Малик, Аш-Шафии, Абу Ханифа, Ахмад, конечно, является более правильным, чем понимание таких людей, как мы. Нам. Следующий хадис. «Ан Анас, радиаллаху анху, قال, «Кана Расулуллахи, саллиллаху алейхи вассаляма, ла яхду яума л-фитри, хатта якуля тамаратин». Здесь рассказывает Анас ибн Малик, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, никогда не выходил в день Ида, Ид аль-Фитра, в день разговения, да? Он никогда не выходил на праздничный намаз, хатта якуля тамаратин, не съев несколько фиников. Человек целый месяц постится, и вот, когда наступает праздник Ид аль-Фитр, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прежде чем выйти на намаз праздничный, старался всегда съесть несколько фиников. وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ. И также от Анаса ибн Малика передается другой версии этого хадиса, сообщается, что وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. И старался он всегда кушать нечетное количество фиников. То есть или один, или три. Здесь, значит, идет указание на то, что некоторые могут подумать, что раз у нас 30 дней, там, целый месяц мы не кушали, для нас было запретно кушать днем, в день Ида тоже будет запретным, пока человек не совершит праздничную молитву. И, возможно, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, своим действием хотел показать, что уже с наступлением этого праздничного дня кушать можно, и кушать желательно до совершения этого праздничного намаза. И когда он кушал несколько фиников, количество витр, нечетное число, но не кушал досыта. Поэтому желательно человеку немножко закусить финиками, там, три финика может быть, выйти, совершить намаз, и после этого он уже будет кушать досыта. А в день праздника Курбан, Ид аль-Адха, желательно выходить на праздничный намаз, ничего не покушав. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه
Ибн Аббас передает, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, нет деяний, то есть он говорит, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, деяния в 10 дней Зуль-Хиджата не являются лучшими деяниями, чем деяния в эти дни. Имеется в виду, фи хазихи аль-айяму ташрик. Смысл хадиса такой, что 10 дней Зуль-Хиджа, вот уже скоро у нас начинается месяц Зуль-Хиджа, это время, когда люди совершают хадж. И эти 10 дней Зуль-Хиджа заканчиваются праздником Курбан, Ид аль-Адха. Вот 10 дней с начала месяца и до этого праздника. Эти дни являются очень ценными днями. Одни из самых лучших дней в году для ибадата, для поклонения, очень ценный амаль в них. Но в этом хадисе, в этой версии хадиса говорится, что амаль, благие деяния в этот день не являются более ценными, чем амаль в эти дни. И указание идет на 3 дня после праздника. То, что мы называем айямут ташрик. То есть после того, как мы, после того, как человек там режет свой курбан в день праздника, этот день называется яумуль-ид, яумуль-нахр. Следующие 3 дня, 11, 12 и 13 число, они являются айямут ташрик. 3 дня. В эти дни особенно желательно усердствовать в поклонении, хотя они являются праздничными днями. Это версия хадиса такая. Есть другой хадис, где говорится, что самым наилучшим и ценным амалем является амаль, который человек совершает 10 дней Зуль-Хиджа. Значит, в любом случае мы можем сказать, что 10 дней до праздника, включая вот праздничный день, они являются очень ценными днями. Также следующие 3 дня тоже являются ценными днями. И вот именно эта версия, эта передача хадиса указывает на то, что айяму ташрик ценнее, чем те 10 дней. Калю, и сахаба спрашивает, валяль джихад, даже джихад, я Расуллаллах, то есть джихад, который совершен не в эти дни, даже он не будет лучше, чем другой амаль в эти дни. Каль, валяль джихад, даже джихад не будет настолько ценным, чем амаль в эти дни. Илля раджулюн хараджа юхатиру бинафсихи ва малихи. Но пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, кроме человека, который вышел на пути Аллаха, рискуя ради Аллаха с собой и своим имуществом, фалям ярджи бишайин, и не принесший назад с собой ничего, ни свое имущество, ни другого. То есть ни жизни не сохранил, ни имущества не сохранил. Получается, кроме человека, который вышел на пути Аллаха, рискуя своей жизнью и своим имуществом, и оставил свое имущество на пути Аллаха, и своей жизнью тоже он пожертвовал на пути Аллаха. Вот этот человек, его деяния будут, конечно, ценнее. А если вот его не посчитать, остальные все деяния в эти дни будут более ценными, чем в другие дни. Значит, в этом хадисе идет указание на то, что эти дни являются очень ценными днями для ибадата. И в чем секрет того, что эти дни ташрика после ида настолько ценные дни? В чем смысл этого? А в том, что эти дни после ида – это дни, когда люди проводят, они чувствуют себя вот как бы, они бывают отдалены от ибадата, так скажем, чувствуют беспечность, да? Эти дни веселья, дни радости. Как говорится в хадисе, «Айяму л'иди, айяму аклину вашурбин». Праздничные дни – это дни, когда человеку следует кушать и есть. Кушать, пить, есть. Значит, это дни, когда человек должен наслаждаться ниматами Аллаха. Но при этом он не должен забывать и поклонение, и не должен забывать про Аллаха. И вот время, когда люди проводят эти дни беспечно, забыв о ибадатах, человек, который усердствует в поклонении в эти дни, он получает наибольшее вознаграждение. Значит, также в этом хадисе идет указание на то, что некоторые дни бывают более ценными, чем другие. Как Лейлятуль-Кадр, мы же говорим, Лейлятуль-Кадр, человек, который застал Лейлятуль-Кадр, он получает вознаграждение большее, чем за поклонение 1000 ночей, в которых не будет Лейлятуль-Кадра. Вот эта ночь настолько ценная, и человек, который в эту ночь поклонялся Аллаху, получает такое огромное вознаграждение. Также мы знаем, что в одном из хадисов говорится, «Хайру яумин талиат фихи шамсу яумуль-джума». Наилучший день, когда взошло солнце, это пятница. Значит, среди дней недели пятница – наилучший день. Среди дней года наилучшим днем считается день Арафа. День Арафа. Если мы будем смотреть на промежуток дней, то вот эти дни, начиная с Зуль-Хиджата и до окончания Айяму Ташрик, это самые наилучшие дни в году. Также месяц Рамадан является исключительным ценным днем, ценным временем в году.
Следующий хадис عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. Здесь рассказывается, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, бывало, что он совершал суннат-намаз, сидя верхом на своем верблюде. «Хайсу таваджахат бихи, куда бы верблюд ни повернулся». «Юмиу имаан». И когда приходило время совершать руку, поясной поклон или суджуд, земной поклон, он наклонялся вперед. Потому что на верхом на животном не получается совершить, как положено, руку и суджуд. «Юмиу имаан» – он наклонялся вперед. Он не спускался с животного, оставался верхом на животном и наклонялся вперед. И значит, когда человек наклоняется на руку, он наклоняется так, чтобы его голова оказывается как бы чуть впереди своих коленей. Когда на суджуд, еще чуть глубже он наклоняется, чуть дальше наклоняется. «Юмиу имаан» – «Салата лейли» – он совершал свои ночные намазы «Илля л-фараида», кроме обязательных. Обязательные намазы верхом на животном совершать не дозволяется. «Ваютиру аля рахилати» – также он витр совершал верхом на своем животном. В этом хадисе мы видим, что дозволяется, чтобы человек совершал суннат намазы, будучи в сафаре. Здесь обязательно «юсалли фи сафари», когда говорится, нужно понять, сафаром считается, когда человек выходит в путь за черты населенного пункта. То, что внутри одного города, насколько бы он ни был большой, это не считается сафаром. С одного края города до другого, даже если будут десятки километров, это не сафар. Сафар – это когда человек выходит за пределы населенного пункта. Вот как человек начинает свой сафар. А сафар начинается с того места, где заканчиваются дома. Где заканчиваются дома. Это не то, что там табличка установлена с названием населенного пункта. Нет. Нужно рассматривать именно место, где заканчиваются дома. Вот последний дом, когда ты оставил позади, с этого момента тебе можно начинать совершать эти намазы верхом на животном. И когда говорится про сафар, некоторые из облегчений, которые нам дают шариат, они связаны с длинным сафаром. Мы то, что называем там 82 километра, это как объединение разных намазов, как укорачивание намаза вместо 4-2 раката совершаем. Вот такие вот облегчения шариат дает только лишь в длинных сафарах. Но вот именно возможность совершить намаз, будучи верхом на животном или в машине, эта возможность дается даже человеку, который вышел на короткий сафар. Сафар с одного города в другой, там 20 километров. Ты как покинул черту города, место, где заканчиваются дома, с этого момента тебе в машине можно совершать свои суннат-намазы. Это не только касается верблюда, любой транспорт, будучи за рулем машины, ты можешь совершить свой суннат-намаз. И многие люди не знают этого хукма. Это очень удобно, когда человек куда-то спешит, он не хочет пропускать свои суннат-намазы. Он может за рулем, будучи за рулем, единственное, алимы говорят, что если у тебя получается, будучи верхом на животном или за рулем, во время вступления в намаз, если получается повернуться в сторону кибли, если это дается тебе легко, то ты должен повернуться. Например, там на поворотах поймал такой момент, когда ты будешь именно в сторону кибля, и в этот момент сказал «Аллаху Акбар». Вот в данный момент ты, вступая в намаз, смог повернуться в сторону кибля и вступить в намаз. А дальше уже не нужно поворачиваться в сторону кибля. Ты едешь там, можешь повернуться налево-направо, продолжаешь свой намаз, фатиха читаешь как положено, читаешь суру, и во время рукуа чуть-чуть смотришь на свою дорогу, чуть-чуть наклонился вперед, потом во время суджуда еще дальше, ближе к рулю, наклоняешься, но при этом смотришь на свою дорогу. Там скорость меняет, там что-то, там дворники, фары, это все тоже дозволяется, главное, чтобы несколько движений рукой не было подряд. В общем, то, что необходимо, ты можешь делать за рулем машины. И таким образом человек получает возможность совершить суннат намазы. Мы видим, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он совершал и витр, и ночные намазы, будучи верхом на животном. И мы знаем, человек, который верхом на животном, иногда ему приходится гонять свое животное. Иногда нужно бить ногами. И то же самое в машине. Конечно, те же условия. То, что человек должен быть, у него должно быть омовение, должен быть чист от наджаса, его обувь должна быть чиста. Обувь должна быть чиста в том плане, что не должно быть явного наджаса, который на него обуви, допустим. Если даже он в туалет пошел, туалет был чистый, ничего из нечисти явного не попало на его обувь, он может считать свою обувь чистой. Лучше, конечно, да, будет, если он
прополоснет свою обувь, но если даже этого не сделает, явно и скверно, если не будет на его обуви, можно ему молиться. В общем, это рухса. Следующий хадис. «Ан Аби Хурайрата, ради Аллаху анху, каля, каля Ан-Набию, саллиллаху алейхи ва алейхи ва саллям». «Ла такому саату». «Не наступит судный день, хатта юкбада л'ильму», «пока не исчезнут знания». Перед тем, как наступит судный день, исчезнут шариатские знания. Значит, в другом хадисе говорится, что исчезновение знаний, то, что Аллах заберет ильм, это не случится тем, что Аллах прям из сердец людей забирает все знания, и все Кораны, там, шариатские книги у нас забирает. Нет. Как Аллах забирает знания, как исчезновение знаний случится? Случится это тем, что будут умирать алимы. «Инна Аллаха ла якбиду л'ильма интиза'ан янтазиуху минан нас». В хадисе говорится, что Аллах не забирает, говорит, ильму тем, что прямо из их сердец его удаляет. Нет. «Валякин якбиду л'ильма бикабду л'улама». Но Аллах будет забирать знания тем, что он будет забирать алимов. «Хатта ла иза лам ябка алимун». Или «хатта иза лам юбки алиман». И когда Аллах не оставит алимов, каждый в свое время будет умирать. Когда приходит аджель каждого из этих алимов, он умирает, и вместо него не появляется подобного ему алимов. И вот когда не останется алимов, «Иттахаза ан-насу руусан джухалан», люди будут в качестве своих лидеров, в качестве своих ученых выдвигать людей, которые являются невеждами, не знающими людьми. «Фаафтау бигайри ильмин», и они будут отвечать не имея знаний. «Фадаллу», они сами заблудятся, «ваадаллу», и будут вводить в заблуждение других. То есть, что случится? Появится время, когда не останется алимов. Вперед будут выдвигать людей, которые не обладают знаниями. Из них будут делать имамов, из них будут делать ориентир для людей. И эти люди, сами заблудшие, будут других тоже заблуждать. И вот про это говорит пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. «Ватакфуру залазиль», и участятся землетрясения. Тоже является признаком судного дня. «Ваятакарабу заман», и ускорится время. В некоторых из риваятов этого хадиса говорится, что ускорится время, то есть год будет подобен месяцу, месяц будет подобен неделе, неделя будет подобна дню, день будет подобна часу, час будет подобен мгновению. И алимы разошлись в понимании этого хадиса. Что значит ускорение времени? Это на самом деле нужно понимать буквально, что время ускорится, и все, что будет происходить, будет изменение дня и ночи, будет происходить быстрее, чем было до этого. Или это имеет какой-то другой смысл. Некоторые алимы предполагают, что «ятакарабу заман» – это будет так, что люди настолько забудутся, что они не будут чувствовать, как проходит у них время. Время будет проходить незаметно. Человек не заметит, как прошел целый год, прошло 10 лет, как человек сам состарится. Вот так быстро для него будет проходить время, ничего не чувствуя. Другие говорят, «такарубу заман», ускорение времени, это имеется в виду, что Аллах забирает баракат со времени. Если раньше во времени был баракат, человек успевал в короткое время совершить много чего. Мы видим, сколько бывает разных историй, что фулян, такой-то праведник из саляфов совершал тысячи ракатов намаза. Мы сейчас начинаем подсчитывать это математически, там каждый ракат сколько-то минут, и получается, что столько невозможно совершить. Но, может быть, Аллах этим людям давал какой-то баракат во времени, карамат, и они успевали какой-то такой ибадат совершить, который для нас является невозможным. Раньше, может быть, человек успевал очень много прочитать, очень много выполнить за свой день. Сейчас этого нет. И они говорят, возможно, имеется в виду, что Аллах забирает баракат во времени. И будет так, что человек проводит очень много-много времени и без результатов. И не будет результата тому, что он делает. وَتَظْهَرُ الْفِتَنْ, и появится смута. Появление и распространение смуты и разных бедствий – это тоже является признаком судного дня. И смута может быть разной. Это могут быть разные бедствия, катаклизмы. И также может быть смута – это испытание человека. Как в одном из хадисов говорится, про фитну, который будет перед судным днем, будет так, что человек проснется утром муминам, а к вечеру станет кафиром. Человек ночью будет муминам, к утру станет кафиром. И дальше говорится, он говорит, продаст свою религию
за ничтожную долю мирского. Человек продает свой ахират, свой дин, религию продает за ничтожный дунья. Вот будет такое, что человек будет оставлять свою религию в угоду мирскому. وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ И распространяться убийство. وَهُوَ الْقَتْلُ وَهُوَ الْقَتْلُ Это является калям муддрадж мин ахади руати. Это как бы пояснение от некоторых передатчиков хадиса, что хардж имеется в виду убийство. Значит, перед судным днем очень много будет убийств, необоснованных, неоправданных, очень участятся убийства. И в некоторых риваятах хадиса говорится, что столько будет убийств, что на одну женщину, на одного мужчину будет 40 женщин. Настолько распространятся убийства. И в основном те, кто будут убиты, это мужчины, что будет время, когда на одного мужчину будет 40 женщин. Это не обязательно, что должно быть повсеместно. Это может быть какое-то время в каком-то месте такое случится. Ведь есть у нас хадисы отдельные там про какие-то случаи, которые будут перед судным днем. Как, например, хадис, который говорится, в котором говорится, что не наступит судный день, пока река Фурат не обнажит золотую гору. Значит, река Фурат – это река Евфрат, которая протекает по территории современной Турции, Ирака. Вот эта большая река, она обнажит, видимо, уменьшится вода в этой реке, и она обнажит золотую гору. И когда там обнажится золотая гора, люди начнут, каждый пожелает получить, заполучить золото. И люди будут убивать друг друга для получения этого золота. И будет настолько много людей убито из-за этого золота, что из 100 человек выживет только один. И такое будет перед судным днем. «Хатта яксура фикум ульмаль». Дальше говорится وَيَكْسُرُ الْهَرْجِ وَهُوَ الْقَتْلِ حَتَّى يَكْسُرَ فِيكُمْ И случится так, что среди вас очень в изобилии будет имущество фаяфид, то есть имущество будет настолько много, что оно будет в изобилии. Как говорится в некоторых риваятах этого хадиса. Имущество будет настолько много у людей, что богатые, состоятельные люди, а все будут богатыми в это время, они будут думать, они будут озабочены тем, что куда им следует отдавать эти деньги. Они не будут находить человека, который бы нуждался в деньгах и которому можно было бы дать закат или садака. Вот будут такие времена. Это все является частью тех признаков, которые будут перед судным днем. Судный день не наступит, пока люди не пройдут через это все. И, конечно, не обязательно, чтобы каждый из этих признаков в каждом месте случился. Это может быть в разные времена, в разных местах. И человек не должен ожидать, что в короткий промежуток за 10 лет это все должно случиться. Время перед судным днем – это продолжительное время. Это может длиться десятилетиями, столетиями. И все, что после пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это время перед судным днем. Первый признак наступления судного дня – это смерть пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как он сам говорит в хадисе. И после этого эти признаки один за другим будут наступать, разные признаки будут появляться. Как говорится в хадисе, что люди, которые были босыми, нагими, люди, которые голодали и были пастухами верблюдов, они будут соревноваться в построении высоких домов и зданий. Мы сейчас это видим, да, люди, которые жили, когда-то были бедуинами, пасли верблюдов, они сейчас строят такие огромные здания, как видим в некоторых арабских странах. Это является явными признаками судного дня. И вот они будут происходить, малые признаки судного дня – появится Махди, про которого нам обещал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, который является потомком пророка, и он будет праведным халифом мусульман, который будет мучтаидом по уровню знаний, который будет сам выносить решения из Корана и Сунны, будет следовать Корану и Сунне и призывать к этому. После этого уже начнутся большие признаки судного дня, такие как появление Даджаля, Антихриста, появление Джуджа, то, что солнце взойдет со стороны запада и другие признаки судного дня, которые мы должны принять, которые в достоверных хадисах нам передаются и которые непременно должны случиться. И снизойдет Иса, алейхиссалату вассалям, и будет, поведет за собой всех мусульман и разоблачит всех неверных, появление Иса и то, что Иса убьет Даджаля, это все является истиной, в которую мы должны верить. Но в этом хадисе из этого большого количества малых признаков судного дня упоминается несколько важных.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم однажды к Абдуллах ибн Амру, который был один из самых молодых, знающих сахабов, который очень усердствовал в поклонении, был таким сахабием, который старался полностью практиковать сунну, из числа таких сахабов был Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас. Говорят, что его отец был старше него только лишь на 12 лет. Так говорят. Видимо, отец рано созрел, рано женился, и у него родился этот Абдуллах ибн Амр. قال قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار разве мне не рассказывают, что ты всегда проводишь ночи в поклонении и каждый день держишь пост? А кто ему рассказал? Ему рассказал его отец. Почему? Потому что отец женил своего сына. И хоть он и женил своего сына, но он был полностью погружен в свое поклонение, целыми ночами поклоняется, целыми днями держит пост, все время читает Коран, каждый день старается прочитать полностью Коран и не находит времени для своей семьи. Жена пожаловалась своему свекру, да, Амру ибн Аль-Асу, и Амру ибн Аль-Ас пошел и пожаловался к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, позвал его к себе и спрашивает его, разве мне про тебя такое не говорят? قلت إني أفعل ذلك يا عبد الله ابن عمرو сказал да я رسول الله так и поступаю. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если ты так будешь делать, хаджамат айнука, твои глаза ослабнут, твое зрение ослабнет, ва нафихат нафсука, твое тело устанет, ва инна ли нафсика хаккан, ты несешь ответственность перед своим нафсом. Воистину, ты несешь ответственность. Ты в ответе перед своим нафсом. Вали ахлика хаккан, ты в ответе перед своей семьей. Фасум вафтир, держи пост и отпускай. Вакум, выстаивай в ночи поклонений, ванам и спи. То есть нужно поклоняться, и при этом нужно стараться отдохнуть. Нужно стараться дать то, что ты должен дать своей семье и своему нафсу. Это, конечно, является правильным практикованием сунны. Сунна является не когда человек себя должен измучать поклонениями, он должен перестараться и совершает так, поклонение совершает таким образом, что ему приходится некоторые свои обязательные ваджибаты пропускать, он настолько ослабевает, что не может прокормить свою семью, не может выйти на джихад. От этого от нас шариат не требует. Шариат требует от нас, чтобы мы все свои обязательства выполняли. А у нас обязательства перед Аллахом, которые мы должны выполнять, это фард. И вместе с фардом некоторые желательные действия, которые не мешают тебе совершать другие твои обязанности. И также перед тобой, у тебя есть обязанность перед твоей семьей. Эту семью нужно прокормить, нужно найти время своей жене и своим детям. И также ты ответственен и в ответе перед своим нафсом. Ты не должен убивать свой нафс так, чтобы ты ослеп, так, чтобы ты ослаб и не мог ничего делать. Это все является неправильной практикой ибадата. Монашества в исламе у нас нет. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе он говорит, в другом ривайте говорится, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, предложил Абдулла ибн Амру ибн Аль-Асу, что вместо того, чтобы каждый день держать пост, пусть он в каждый месяц держит пост 3 дня, в начале, в середине и в конце. И Абдулла ибн Амр ему говорит, «Я, Расуль Аллах, я могу больше этого». Он молодой, чувствует в себе силу. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит ему, вместо того, чтобы читать Коран каждый день, читай меньше, старайся в неделю закончить, старайся в 3 дня закончить. И Абдулла ибн Амр не отстает и говорит, «Я, Расуль Аллах, я могу больше». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, старается ему предложить еще больше и больше, пока он не говорит ему, «Ты, говорит, старайся один день держать пост, другой день отпускать». Это является постом, который выполнял Дауд, алейхиссалату вассалям. «Сауму Дауд – это наилучший саум», говорит Расуль Аллах. И в ответ Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас говорит, «Я, Расуль Аллах, я могу больше». В общем, что бы ни предложил пророк, саллаллаху алейхи ва салляма, а он... У него, если бы он его требовал, говорил, ты вот так поступи, он, конечно, не стал бы отвечать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и послушался. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему предлагал то, что для него легче. Но в ответ он говорил, что я, Расуль Аллах, я могу перенести то, что труднее. Я могу выполнить то, что больше этого.
И в конце своей жизни, когда Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас состарился и ослаб, он говорил: «Я бы желал, говорит, все свое имущество, все богатство бы отдал, говорит, чтобы заполучить вот это рухса, которую дал мне пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и от которой я отказался». Сейчас он последнее, с чем его оставил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это было то, что он взял на себя и обещал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что я осилю это, и я смогу это выполнить. И он не хочет нарушать своего слова, данного пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. А то, что облегчение, которое предлагал ему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он это не принял. И он в старости очень сильно сожалел об этом. И подобная история рассказывается, что мы знаем, что у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была практика, когда он старался некоторых из сахабов связать друг с другом и объявлял их побратимами. Такими побратимами были Абу Дарда и Сальман аль-Фариси. И они на самом деле вот эту братскую связь поддерживали между собой. И как брат относится к брату, так они друг к другу относились. И однажды Сальман аль-Фариси пришел навестить своего брата Абу Дарда и встретил его жену, которая была в старом истрепанном платье. Она выглядела плохо, как будто она голодала. И он спрашивает: «Что, говорит, с вами? Почему ты выглядишь так?» Он спросил жену своего брата. Они себя чувствуют братьями. Она говорит: «О, Салман, говорит, мой муж, говорит, очень хороший человек. Но он, говорит, полностью погружен, говорит, в поклонение Аллаху. Он целыми днями, говорит, держит пост. Каждую ночь, целыми ночами, говорит, он в поклонении, всегда читает Коран. И он, говорит, не находит времени своей семье». То есть вообще не обращает внимания на свою жену. И поэтому она в таком состоянии. И когда Абу Дарда вернулся, он встретил своего брата, обрадовался ему. Они поздоровались, пообщались. И тогда Абу Дарда приготовил им покушать. И Абу Дарда ему предлагает покушать. И Салман говорит: «Я не буду кушать, пока ты не будешь кушать». Но Абу Дарда говорит, что я держу пост, желательный пост, и поэтому не хочу кушать. Но Салман отказывается и требует, чтобы он покушал. И он покушал. После этого, когда приходит время ложиться, Салман остался у них ночевать, и он постелил ему, и вместе они ложатся спать. И когда проходит треть ночи, Абу Дарда хочет встать и совершить свой ночной намаз. Но Салман удерживает его и говорит: «Спи». И он дальше продолжает спать. И когда наступает полночь, Абу Дарда хочет встать, но Салман не дает ему этого сделать. И когда остается последняя треть ночи, тогда Салман говорит ему: «Сейчас, говорит, встань и совершай свои намазы». И они вместе совершают свои намазы, вместе делают дуа. И после завершения этого Салман обращается к своему брату Абу Дарда и говорит: «О, мой брат, говорит, у тебя, говорит, есть, на тебе есть ответственность перед своим Творцом Господом. Ты эти обязанности, эту ответственность, говорит, свою выполняй. На тебе есть обязанность перед своей семьей. Эту обязанность ты выполняй. На тебе есть обязанность перед своим нафсом. И эту обязанность ты выполняй. Старайся, говорит, каждому дать то, что ему положено. И не мучай, говорит, себя этим». И после того, как Абу Дарда, после того, как Салман высказал ему это и сделал такое наставление, на утренний намаз они пошли в мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И после утренней молитвы Абу Дарда подходит к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказывает ему про то, что случилось у него с Салманом. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Салман, говорит, прав». И повторил то, что сказал Салман, и подтвердил, что это является сунной, а не то, что он практиковал. И в общем, чрезмерствовать человеку и стараться выполнять то, что от него не требует шариат, таким образом, что это приводит его к тому, что он ослабевает и уже не может обязательные какие-то действия выполнить, это является неправильным. Такая практика не соответствует шариату. И следующий, последний хадис. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. Здесь Джабир ибн Абдиллах рассказывает, رضي الله عنهما, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, учил их выполнять истихара для каждого важного дела. كما يعلمنا سورة من القرآن, подобно тому, как он учил нас суре Корана. Вот как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, старался донести до них сура Корана, вот так он учил их делать истихара. يقول إذا هم أحدكم بالأمر, когда кто-либо из вас захочет сделать какое-либо дело, فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ,
он пусть совершает дополнительную молитву суннат намаз мин гайриль фарида. Это не будет фард намаз, суннат намаз, с намерением на истихара желательно. Сумма льякуль, и после этого пусть произносит такое дуа. Аллахумма инни астахирука би ильмика. О Аллах, я прошу тебя, чтобы ты помог мне своими знаниями. Ва астакдирука би кудратика, чтобы ты укрепил мою силу и укрепил меня своей мощью. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ И я прошу Аллах, чтобы ты дал мне свою милость великую. فَإِنَّكَ تَقْدِرْ وَلَا أَقْدِرْ Воистину ты являешься всемогущим, а я ничего не могу. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ Ты все знающий, а я ничего не знаю. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Ты тот, кто знает все скрытое. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ О Аллах, если ты знаешь, что это дело, и называет то, что он хочет сделать, купить что-либо, жениться на ком-либо, если ты знаешь, что это хайрун ли фи дин, если это является благом для меня в моей религии, ва мааши в моем дуня, ва акибати амри в моем деле, ау кала ааджили амри ва ааджилихи, факдурху ли, Аллах, сделай это, как бы помоги мне в этом, то есть сделай тем, что ты предписал мне. ويسر لي и облегчи для меня это ثم بارك لي فيه и после этого дай мне благословение баракат в этом وان كنت تعلم ان هذا الامر но если ты знаешь что это шаррун ли является плохим злом для меня في ديني в моей религии ومعاشي и в моём дуне وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني الله это отверни от меня как бы сверни это от меня واصرفني عنه и удержи меня от этого وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ И сделай мне хайр, как бы предпиши мне хайр, где бы это ни было. ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ И сделай меня тем, кто довольствуется тем, что ты дал. قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ И во время дуа он должен произнести свой хажа. Вот это желательно истихара, которому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, учил, и это является сунной. Сунной является совершить два раката с намерением на истихара. И также галимы говорят, это наилучшим образом, если человек хочет совершить истихара, специальные два раката суннат намаза с намерением на истихара. Но если вместо этих двух ракатов он совершит другой суннат намаз, может быть саляту тахия, может быть духа, может быть ратибат, может быть витр, и после этого прочитает этот дуа, также он получит истихара. И желательно, чтобы в этих двух ракатах после первого фатиха, то чтобы человек читал сура Аль-Кафирун, «Куль я айюха Аль-Кафирун», и после второго раката, чтобы читал «Куль ху Аллаху Ахад» сура Аль-Ихлас. И после этого произносит этот дуа. Если человек не знает этого дуа на арабском, он может произнести этот дуа на своем языке. Смысл этого дуа может пересказать на своем языке. И если после совершения этого суннат намаза его сердце склоняется к чему-либо, то он должен совершить это, в этом будет хайр и баракат для него. Если его сердце не склоняется в сторону чего-либо, то он должен повторить несколько раз этот намаз. И некоторые говорят, что до 7 раз желательно повторять этот намаз истихара, и тогда он, если сердце склоняется к чему-либо, это сделает. Но если после многократного совершения намаза его сердце ни к чему не склоняется, то в таком случае алимы, некоторые говорят, что нужно повторять и повторять, пока не появится вот этого склонности к чему-либо. Другие говорят, то в этом случае говорят, ты должен обдумать, и то, что тебе кажется наилучшим, пусть ты это совершаешь, и в этом будет хайр и барака. То есть смотри на маслаха. Маслаха в чем будет? Что тебе кажется наиболее правильным, это и сделай. В этом будет хайр и барака. В общем, вот так говорит Камалюддин Аз-Замалькани, известный факих шафиитский. Значит, касаемо темы истихара-то, нужно знать, что истихара желательно совершить в каких случаях? Если то, что человек хочет совершить, не является обязательным действием, которое он и так должен будет совершить, например, не требуется по шариату, чтобы человек совершал истихара для того, чтобы покушать или пойти в туалет, или там, чтобы иметь близость с женой, такие вещи, которые человек и так должен, естественно, делать, для них истихара не делается. Истихара делается в тех вопросах,
где человек должен что-то выбрать важное для него. Это обычно вопросы, в которых мы советуемся с знающими, с благочестивыми мусульманами, братьями. Вот в такие вопросы, где тебе нужно у кого-то попросить совет, вот в таких вопросах, важных вопросах и делается истихара. А в таких вопросах, как обязательные какие-то действия, или, естественно, то, что ты и так должен сделать, или то, что и так является требованием шариата, там, пойти на зиарат к родителям и так далее, такие действия не нуждаются в истихара. И еще истихара, наилучший вариант, наилучший правильный метод, как совершить истихар, это когда специально два раката суннат намаза для истихара с намерением на истихара. После этого этот желательный дуа. Также можно истихара делать, если у тебя не получается совершить эти два раката суннат намаза. Просто обратился к Аллаху с этим дуа и попросил Аллаха, чтобы он направил тебя на то действие, которое является наилучшим для тебя. Это тоже является правильным истихаратом в случае, если не получается отдельный намаз для него совершить. Также алимы говорят, что если этот намаз именно для истихара не совершил, а другой какой-либо суннат намаз после этого дуа прочитать тоже является правильным. В общем, это все варианты истихарата. Но наилучшее – это отдельно два раката. Отдельно два раката и после этого дуа. А все, что не является таковым, все остальные разновидности истихарата, они не являются шариатскими истихаратами. И это является нововведением. Будь это истихара на Коране или будь это истихара на четках, это все является нововведением, которое не соответствует шариату. Имам Алави ас-Саккаф в своей книге «Таршихуль-Мустафидин», разбирая тему истихарата, он пишет все, что связано с этой темой, и в конце говорит: «Из этого всего ты понимаешь, что все разновидности, которые выходят за рамки того, что упоминают наши алимы, такие как, туда можно включить, конечно, все, что вот не связано с этим дуа и с намазом, все эти разновидности, он говорит, являются бид'а и нововведением, которая является ошибкой, и за этим нельзя следовать. Как говорит человек, ищет себе наставление от Аллаха, прибегая к тому, что противоречит тому, чему учил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Совершая действие, которое противоречит сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, как ты хочешь, чтобы Аллах наставил тебя на правильный выбор? И поэтому это является неправильным». Имам Ан-Нафрауи, маликитский имам, разбирая вопрос этих разновидностей истихара, которые не подпадают под этот хадис, который никак не связан с этим, он говорит, что это говорит подобно тому, что делалось в джахилии. Они брали эти стрелы маленькие и гадали на них. Гадание на стрелы, он говорит, похоже на это. И поэтому это, говорит, нужно оставить. Также Ибн аль-Хадж аль-Малики в своей книге «Аль-Мадхаль» тоже очень жестко про это высказывается. В общем, это все является нововведением. И то, что говорят, что пророк Даниил, алейхиссалату вассалям, делал эту разновидность истихары, это, конечно, не является никаким аргументом. Во-первых, чтобы что-то утверждать, что якобы Даниил, алейхиссалату вассалям, это говорил, должна быть достоверная передача, должна быть достоверная непрерывная цепочка, которая до нас передает, что Даниил, алейхиссалату вассалям, делал это. А такой достоверной передачи у нас нет. И вообще не только Даниил, а других пророков, кроме нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, нет достоверных передач по иснадам, которым можно было бы довериться, что что-то делали или не делали эти пророки. И во-вторых, даже если бы Даниил, алейхиссалату вассалям, это делал, это было бы шариатом, который предшествовал шариату нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. А мы все знаем, после пришествия шариата нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, все шариаты, которые были до него, они отменяются. Они считаются отмененными, и для нас ничто из этих шариатов не будет считаться руководством к действию. Это не будет считаться требованием Аллаха по отношению к нам, потому что эти шариаты касались именно их умматов. А Аллах требует следования нашему шариату. И в-третьих, даже если бы это передавалось от Даниила, алейхиссалату вассалям, и было установлено, что это его шариат, и мы бы сказали, что их шариаты тоже мы будем брать во внимание, но в нашем шариате дается замена этому. В нашем шариате пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дал нам истихара. И Джабир ибн Абдиллах говорит, это настолько большое внимание уделял пророк, саллиллаху алейхи вассалям, это истихара. Он обучал этому сахабов, подобно тому, как обучал суре Корана. И действие, которое пророк, саллиллаху алейхи вассалям, настолько старался дать своим сахабам, обучить их, всегда их связывал с этим дуа и намазом,
Когда человек оставляет это и переходит на нечто другое, постоянно практикует это, вообще не вспоминая про сунну, это является явным признаком бида. И алимы, разбирая вопрос бида, это как раз таки и говорят, из явных признаков нововведения является то, что люди, оставляя явную сунну, переходят на него. Тем, что никак не является и не связано с сунной. И то, что некоторые фука, как Аль-Баджури или другие, в своих книгах, указывая вот так полусловом, они указывают насчет истихара на четках, что некоторые якобы дозволили, некоторые запретили, это не является основанием к тому, что утверждать, что это является правильным. Эти некоторые, мы не знаем, кто они. И когда мы этот вопрос ищем в книгах разных ученых, разных мазхабов, выясняется, что в суннитских книгах упоминания этого истихара нет. Но в шиитских книгах очень часто и очень много упоминается это. Это передается как истихара от Джафар ас-Садиха. Они говорят, что Аль-Маджлиси в своей книге «Бихарул Анвар» — это большой сборник у них. Там он упоминает, что это является истихара от Джафар ас-Садиха. Также в других шиитских источниках у них это есть, у них это принимается как норма, и они следуют этому. Но в суннитских источниках. А это вопрос, связанный с шариатом. Шариат у нас берется из Корана и Сунны, и все, что в Коране и Сунне, у нас приводится в книгах четырех мазхабов. И в книгах четырех мазхабов этого нет. И поэтому мы вполне можем посчитать это действием, это действие не соответствующим шариату. И человек, который это делает по незнанию, у него может быть оправдание. А человек, который это знает, он должен это оставить. Алхамдулиллахи Раббиль Аламин, ассаляту вассаляму аля саидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин.